За стенами Кремля завершился трехдневный гоночный марафон Moscow City Racing. Ежегодное автошоу прошло в столице уже в седьмой раз. На показательные заезды российских и иностранных гонщиков, а также выступления каскадеров пришли посмотреть около 100 тысяч зрителей. По Кремлевской набережной прокатились современные и ретро-болиды Формулы-1, раллийная команда Citroën, суперкары, а также местная команда КамАЗ-Мастер. Уже в октябре в России впервые за последние 100 лет пройдет этап чемпионата мира Формулы-1. И принимать столь престижную гонку будет в Сочи.